Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Серега, поздоровайся. Всем привет. Вторая часть, все скримеры. Если у меня будет немножко садиться голос, я приболел. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Ну что, Серега, остановились мы на Freak Show Baby. Погнали дальше. Ну что ж, вот она, наша красопета. Она какая-то очень большая, да? Она какая-то... Как фрик, точно. Я понял, что она так называется. Мочи. У бабушки на даче будет. На меня. Так, интересно, эти будут зависать постоянно? Понял. Будем знать, потому что не все доны есть четко работают. Так, погнали дальше. Дальше Rockstar аниматроники пойдут у нас. О, я люблю их очень сильно. Погнали. Твой старый друг Димас. Да-да-да, а я иду. Но это немножко не с того пака, он-то как-то странно шагает. Тут как солдат идет. Я тебя скушать не могу. Ага. Тогда я попробую вот этого взять в Эфти. А ну давай. А чё? Так. Так, Rockstar аниматроники не убивают, я так понимаю. Вообще? Ну, перейдем. А ну стой, да, может, у меня включен нет режим неуязвимости, выключен. Чё-то не мочат. Ну-ка. Ну просто не, на них нифига. Тогда посмотрим, чтобы было все видно, что это за аниматроники крутые. Угу. Прикольно, дальше. Дальше у нас пойдут из ФНАФа 6. Вот, у них по-любому скримеры есть. О, а ну давай, а я иду и... Нормально, Серега, пойдет. Угу. Ну что, пугаю. А, у них нет скримаков. Да, уже с той части. Ну давай все равно всех посмотрим. Хочу, чтобы все видели всех. Это у нас? Это у нас Молтон Фредди. А по стене полезть можешь? Ну, о, четко. Серега, получается. Чё, жалко, ничего? Что по гадалку не могу ходить. Какую гадалку? Ладно. О! Чё это было? А как ты жопа вверх летал просто? Это я на уклип случайно нажал. Может, разработчик проснется утром, скажет, сделай я скримеры классные, и сделает их. Скрабэйби. Помнишь, самые первые модели, они, короче, на роликах ездили, она не ходила в них, а прям ездила. Есть даже ролики старые, можно посмотреть. А сейчас просто бегает. Ну то ладно, пойдет. О, а что-то болтает там прикольно. Ой, что я этого сделал, я не знаю. Мочи меня. А этот по стене не может, да, лазить? Он только может как дурачок падать. Да. Понял. Да, дальше пойдут Sister Vacation. Так, надеюсь, ребята, мы успеем в одной серии все показать. Ух ты, здоровый кабан какой, крутецкий, ну. Оп, оп, нормально. Это ты контр, да, нажал? Да. Танцуют все. Да, нормально, ты меня на нычку убил. Респект. Так. Балора. Балора вообще крутая. Мне всегда казалось, что она больше была или маленькая такая была всегда. А это другой пак. Балура. Некоторые пропали, и уже теперь мы не сможем их найти. Да, они просто жалко. Исчезают. Удаляют их. Игру обновляют, а доны не обновляют, и все. Поняв? О, Эннард, он такой крутой вообще. Мне он очень нравится. Нормально так. У нас, скорее всего, обзор аниматроников, да? У него нету скримера. А, и у них тоже тех не было. Так. Облом. Фантайм Фокси, красавчик наш. Есть такая буква. Ну и как тебе, Дор? Блин, а в аниматронике удобно ходить. Чё-то вообще все... А, не, мочится, мочится. На меня. Так, следующий пак у нас какой? Игнайт Бонни. Это мой любимый. Joy of Creation. Музыку такую прикольную делает. На меня. Пойдет. Так, давай я, подожди, стоп-сон пропишу, потому что музыка у меня заклинила. Отлично. Крячка. Моя любимая крячка. Безрукая. Сейчас укусит. Не, она не может. Да, она может, ладно. Я пошутил, она все может. Так, у этой скример зависает, понял.
Опа. Фоксяшкин. Воу, прикольный скример. Угу. Щетки вообще. Дальше идет Ignite от Фредди. Еще эпичнее. Вообще так тени прикольные, и прям помехи на экране. Красава. Кто у нас там дальше? Дальше идут твистед аниматроники. Так, давай тоже их переключу. Вот они такие большие, да? Твистед Бонни. Почему они такие здоровые? Мутировали. Я чувствую себя каким-то челепиздриком маленьким вообще. Много каши ели. Нифига себе, в животе пусто. Так, скривак прикольный. Так. Фоксяшкин. Челюстяхами в голову. Деревяшки. Деревяшкин. У него еще зубы есть в животе. А, его пофиксили, теперь не так зубы видно, как раньше. Понял, его улучшили. Красава. Идет Голден Фредди. Вот это Твист. Фердюшкин. Ой, ой. Ты там внизу есть маленький. Прикольно. Просто башка. Пойдет. Фокси, вот он классно, у него походняк такой здесь в игре. Паучара. Твистед Волф. Твистед Вольф? Волф. Он так лазит. Ну, видишь, в Гаррис Моде ни шерсти, ничего нельзя сделать. Поэтому он сделал то, что движок игры позволяет. Лучше никак не сделаешь. А вот скример постарался. Прикольно, рукой так фигачит. Дальше идет Five Nights at Freddy's 4. Погнали. Кто у нас там у нас? Во. А у него нет, жизни не тратит он. Давай следующего. Во. На меня. А, скримеры убираются, офигеть. Бонька. Просто псих какой-то. Ты знаешь, что я скажу, Серега? Скримеры изменены, вообще не такие, как раньше были. Офигенно. Да. Чика. Воу. Фоксяшкин. Вот это они быстрые. Голден Фредди. Две пуговицы. Это кто? Фредди. Найтмар Фредди. Ой, нормально пойдет. О, мой любимчик. Люстрап. Очень сильное заявление. Проверять я его не буду. Да, мы уже его проверили. Следующий панк идет, это тоже Five Nights at Freddy's, но это уже новый. Да, четвертый. Это новые пилпаки. Ой, красава. Боже, мне так нравится из всех, больше всех. Самый стрёмный. Так, дальше. Я буду мочить. Ой, Чика, ну только не убивай, да, я рассмотрю, я их не рассматривал даже. Мы просто их сразу берем и мочим. Ой, внутри у тебя какие-то цветочки сделаны в челюстюхе. Все, и застыло, да? Мочи. Ой, Фокси, крючковый злодей. Че, Серега, как тебе, нравится он или нет? Да, но мне больше Найтмар Фредди нравится. Понял. Воу, вообще классный мужик. Тоже орёт прикольно. Ну, Найтмар этот больше орёт. Да, тут вообще сильнее в 1000 раз. Когти так прикольно сделаны. Угу. И здесь прикольно. Прям на пальцами вообще сильно постарался челепиздрик. Угу. Семки есть, найду моё. Нифига себе у тебя поза. Поза для убийства, я понял. Ой, красавчик. Ну он какой-то большой, да, вот в этой части? Он в этом паке. Не то, что большой, он какой-то инвалид. Вот по сравнению с этим. Это какой-то привычный нам, что ли? Или то, что мы просто на нем записывали всегда? Какой-то быстрый очень, да? А этот какой-то медленный, как будто ребенок. Угу. В памперсах. Не, у него же другой режим вроде есть, нету? Нет, у этого пака аниматроников нету другого режима. Понял. Ну что, ребята, посмотрели мы все
паки, которые у нас есть, все скримеры их. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!